суете не возникало ни строчки, и казалось, вдохновения нет. Но расставляя точки, я пишу вновь словесный портрет. Мне так хочется сказать о жизни, только что о ней говорить? В этом нет смысла. Нужно просто жить. Учат правилам, не зная, в чем суть. Учат мудрости, но у каждого, к счастью, свой путь. У кого-то, не спорю, он быстрый, короткий, в Инстаграме на фото такой беззаботный. У другого одна суета, и преградам не видно конца. Все мы разные. И в чем-то похожи. Кто-то старше, а кто-то моложе. Кто-то смысл жизни видит в любви, а другой в тусовках проводить свои дни. Кто-то падает больно, но видит цель, а другой так и не попытается к мечте открыть свои двери. И так сложно ценить каждый миг среди меди искусных интриг. Но так хочется быть друг другу добрее. Ведь время внезапно забирает людей. И потом уже поздно что-то менять. Мы о самом главном забываем друг другу сказать. Как мы любим. Вспоминаем. Тоскую. Этой осенью солнечной, яркой, красивой, давайте делать друг друга счастливее.